Включила. Сегодня к нам пришла посылка из Китая. Это печатные платы. Всего 18 дней назад мы отправили заказ. И сегодня мы пришли к нам. Ну, прежде чем интересно открыть эту посылку, я расскажу, что прежде чем заказать в Китае, я заказывал в Днепропетровске платы, всего 2 штучки. Изготовили всего за 3 дня, вот такого качества. Да, 2 штучки нам обошлись $20 и всего 3 дня. То есть это изготовились по файлам из Sprint Layout. Вот наш проект на мониторе, его можно видеть. Ничего сложного. Так вот, заказ, как я говорил, 18 дней назад отправляли в Seed Studio. Вот можно увидеть дату 06.05. И вот здесь доставлено нету даты, но 23 числа было уже в Днепропетровске, а вот как видно, 20 числа уже было в Украине, задержано таможней. Теперь посмотрим наш пакетик. Пакетик довольно-таки плотный, тяжелый. Там 10 плат. Заказ обошелся всего $4.5. Это само изготовление плат. Платы довольно-таки большие. И плюс доставка $13. То есть получилось дешевле, чем заказать в Украине. И всего за 18 дней. То есть, ну, сейчас фирменный пакетик. Отправляли его, видно, из Сингапура. Ну, сразу в Украину, авиапочтой. Доставка $13 в день обошлась. Ну, не дешево, но если у вас заказ большой или много плат, то это вполне равно. Ну, сейчас мы перейдем к вскрытию этого пакета. Так, наш ножик открываем. Так, тут какие-то бумаги. Смотрим. Так, вот наши платы. Бумаги нам Seed Studio. Заказ делался на сайте Seed Studio. Это не самый дешевый поставщик, но очень, как бы, простой сайт. Ссылка на сайт будет в видео, в описании под видео. Вот нам тут наклеечки Seed Studio. Этот сайт поддерживает, так, ради любителей, людей, которые что-то придумывают, делают. И этот сайт предоставляет все возможности для изготовление устройства, от печатных плат до корпусов, до 3D принтера, очень интересно. Вот наши платы. Так хорошо упакованы, плотненько. Кстати, когда печатные платы были изготовлены, Seed Studio отправил на почту фотографии. Вот именно фотографии этого пакета я уже видел, наверное, 10 дней назад. Ну, давайте его вскроем. Вакуумная упаковка. Вау. Вот такие у нас 10 плат. Просверленные, с маской. В общем, отличного заводского качества. Вот можно сравнить с тем, что мы делали, заказывали в Украине. И с тем, что у нас получилось.